С 2019 года вступили в силу законодательные поправки о дополнительной пенсионной поддержке для жителей села. Она предусматривает повышенную на 25% фиксированную выплату к социальной пенсии по старости и по инвалидности. Право на данную надбавку предоставляется неработающим пенсионерам, которые живут на селе и которые имеют стаж не менее 30 лет в сельской местности. На сегодняшний день размер фиксированной выплаты составляет 5334 рубля 19 копеек, соответственно 25% от этой суммы 1333 рубля. Плюсом. По Череповецкому району данная надбавка назначена 811 получателям пенсии. Это немного, с учетом того, что у нас порядка где-то 11300 получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, проживающих на территории Череповецкого района. Но данная надбавка также производилась в беззаявительном порядке по данным выплатного пенсионного отдела граждан. К сожалению, не все профессии и должности дают возможность увеличить пенсию вот на 25% от фиксированной выплаты. Берется 4 отрасли – это животноводство, растениеводство и рыболовство. В этом году есть возможность в случае неполучения данной надбавки обратиться в пенсионный фонд с документами, подтверждающими работу в определенных отраслях, на определенных должностях. Мы рассмотрим, и если примем решение положительное, выплатим эту надбавку с 1 января 2019 года. То есть в течение всего года можно по этому вопросу обращаться.